В Ледовом дворце «Арктика» состоялся первый домашний матч хоккейного клуба «Видное» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. В гости к нашей команде приехал «Металлург» из Вологодской области. Видновский клуб впервые собрался вместе в апреле этого года. Несколько месяцев тренерский штаб наигрывал состав и готовил ребят к соревнованиям. Были товарищеские домашние матчи, но это все равно не то, так сказать, потому что были пробы составов, рассматривали различные кандидатуры в команду. А сейчас, да, первая официальная домашняя игра. На протяжении всего матча шла упорная борьба. Видновчане выходили вперед, но соперникам удавалось отыгрываться. Игра с большим количеством заброшенных шайб, несомненно, понравилась зрителям. Среди них были и персональные болельщики, родные и близкие хоккеистов. Ребята все молодцы, и мне вообще очень понравилось, как они вовремя собрались. Вот они поставили перед собой цель, они ее добивались каждый раз. Это очень круто в плане того, что они добиваются цели 100%, и дальше их ждут только победы. Победить нашим ребятам удалось и в этой игре. За последние несколько минут матча они собрались и при равном счете 4-4 забросили 3 шайбы, тем самым зафиксировав финальный результат 7-4 в пользу ХК «Видное». Мы забрали свое, мы были сильнее, мы были острее, у нас было больше моментов. И состав у нас поболее взрослый, тоже сказалось, где-то уверенность, где-то психология. Все-таки ребята молодые, я сам в таком возрасте, голова горячая. Но мы просто взяли свое, что должны были взять. Несмотря на то, что первый официальный домашний матч накладывал дополнительную ответственность, с волнением видновские хоккеисты справились. Была небольшая нервозность по началу игры, потом за счет поддержки трибуны справились с этой нервозностью, и все стало намного проще. Конечно, нельзя было ударить в грязь лицом, но прям так, чтобы сильно тряслись, не было такого. Но немного небольшой мандраж, а в целом все ребята готовы, все уверены в себе. Это достойный матч. Следующие домашние матчи ХК «Видное» проведет с командой «Полет» из Рыбинска 13 и 14 октября. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».